Последняя бутылочка пива была лишней. Мы приехали в Мюнхен поздно вечером. Не удержались и попробовали местного вкусного пива. И, конечно, мы затусили в барах. С утра я намазала свои новые татуировки и отправилась гулять по городу. Германия встретила нас теплой солнечной погодой. В центре Мюнхена реально много народу, и выглядит он как торговый центр. Повсюду магазины. Так что большую часть времени мы проводили в местных пивных. Поддержки интернет-магазина TatuMall, лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Добро пожаловать в Мюнхен! И сегодня мы будем как старперы ехать в этом красном автобусе двухэтажном. Кстати, я ни разу не ездила. Посмотрим, расскажу вам о своих ощущениях. У нас даже есть, знаете, вот такие, как у туристов, наушнички. Только, мне кажется, такие дерьмовые, кстати, если что. Можно обмотать дважды об ногу. У кого-то жирная нога, не повезет. Всего один раз можно будет обмотать. Ну, как бы лучше не одевать. Посмотрим, что нам интересного расскажут. Поехали! Ничего интересного, реал. Обычно красивый город, ничего интересного, все спокойно, тухло. И поэтому мы сейчас отправляемся бухать. А там веселится песик, он мне очень нравится. Такой молодец. Офигенные чуваки играют на всяких инструментах, они поют, миксуют разные песни, вообще супер харизматичные и комедийные чуваки, вообще, блин, слушала бы их каждый день. Ну что, друзья, мы в Мюнхене, и мы наслаждаемся пивом! Классический, охуенный. А рядом со мной сидит Робин Гуд.
столько. Мне кажется, здесь можно увидеть, блядь, множество разных персонажей. Я даже не могу вообразить кого. Но они здесь ходят между рядами, и их можно заметить. А я буду пить. А, конечно, здесь охуительные сосиски. Да просто, ну... В общем, я буду наслаждаться. Just on a plane, nigga, buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year.